Привет, народ! Немножко переделал я скиммер. Где-то неделю назад, по-моему, я делал видео. Если кому интересно, как сделать скиммер своими руками за 15 минут из сантехнических труб, то вот вам ссылка в правом верхнем углу на видео. Там все рассказано, все разжевано. То есть обходится где-то там гривен 70 скиммер для бассейна. Вот такой вот. Я его немножко переделал, доработал. Сейчас объясню, почему. Ну, первая доработка, это вот видите, пришлось убрать болтики стяжные. Почему? Потому что вот они, смотрите, они начали ржаветь. В бассейне это вообще ни к чему. Железо, видите, да? Они начали ржаветь, потому как для этого они не предназначены. Откладываем их в сторону, это переделка номер один. Просто два хомутика с каждой стороны взял и стянул с этой стороны и с той стороны. И все, скиммер держится как положено. Пластик не ржавеет. Дальше сеточку поменял, видите, да? Сейчас покажу почему. Вот она причина. Это сетка старая, вот с которой я изначально делал скиммер. Проблема здесь в чем? Что видите, сетка вроде как она большая, но на самом деле... Вот сейчас попытаюсь показать. Вот так вот видно, да? Сантиметр по краю – это клей. И вот в этом месте сетка не работает. Только вот эта часть работает сетки. И когда сюда попадает десяток там всяких мух, 2-3 осы, пару пчел попадает, приходят водички попить, застряют, и сюда уходит, их засасывает скиммер, то скиммер просто-напросто перестает нормально работать. Его притапливают вот так вот. Насос достаточно мощный на фильтре, и скиммер не работает нормально. То есть насос работает в нагрузочку, скиммер притапливает, и уже он просто собирает воду не с поверхности, а просто с бассейна, работает как обычный фильтр. То есть не собирает с поверхности. Задача скиммера — собирать весь мусор, всю пыльцу, все вот с поверхности воды, видите, да? Он тянет чисто с поверхности. То есть он перестает выполнять свою функцию и работает как обычный фильтр. Просто тянет, все попало, но уже с глубины. Видите, с поверхности вот эту вот пленочку он не стягивает туда. Поэтому данную сетку я сменил. Как бы показал. Вот сейчас видно хорошо, да? Что вот, вот здесь проклеено. Я пытался там иголкой цыганской его потыкать. У-у. Не работает. То есть рабочая часть, вот она, маленькая совсем. Она быстро забивается. И, собственно, фильтр, вернее, скиммер перестает работать, как он должен работать. Следующее. Вот этот поплавочек я убрал. Ну, он как-то просто мне не понравился. Так неэстетично он вот так вот смотрится, видите, да? Мы его убираем. И как мы решили этот вопрос... А, сетка. Вернемся к сетке. Сетка обычная, сетка металлическая. С обычного металлического сита вырезал сетку и вот так вот раскрепил ее. То есть по периметру, видите, наделал шилом отверстий. И вот нитку натянул капроновую. Край нитки поджег, пальцем прижал. Край нитки поджег, пальцем прижал. Видите, да, то есть они не выступают. Вот эти вот как бы узелков нет никаких, ничего не выступает, все четко заподлицо, но нитка держит сетку. То есть конечный результат достигнут, сетка не проваливается, все четенько. Ну и поплавок вот этот вот сделан вот из такой вот крышки, банка из-под Маккофе. Собственно, вот так вот это все выглядит, видите, да? Баночка вырезается вот так вот, обрабатывается на наждаке. И все замечательно. Все. Вот такая вот небольшая доработочка. Ну и еще одна доработка, которая меня, собственно, к этому всему сподвигла. Это вот колено. Оно у меня было, если кто помнит, из видео с прошлого, вот так вот. С этой стороны выходило. Поднималось вот так вот наверх и потом опускалось. Видите, сейчас я его переделал. Ну, фактически я его убрал вообще. Почему? Потому что... Вот там вот тент висит у нас. Сейчас, секундочку. Вот там вот тент висит, каким я накрываю. Которым я накрываю, собственно, сам бассейн на ночь. То вот с этой штукой, вот с этим вот горбом
верблюжьим. Накрывать можно было, но очень натянутый тент был. А тент рассчитан полностью вот четенько на этот бассейн. То есть он идет под размер. По этой причине вот убрал я этот бугор. Заменил сеточку, заменил болты. Ну и, собственно, поплавок заменил. Теперь вот так вот скиммер наш работает. То есть теперь туда надо вытряхивать мух, оттуда надо, ну, раз в сутки. И когда вот эта сеточка была, то, ну, примерно 10-15 минут, может 20, и туда уже натягивало всяких насекомых, забивался он и не работал. Но это в том случае, если вот бассейн долго стоит открытый. Смотрите, да? Вот плывет товарищ. Давайте за ним понаблюдаем. Видите, пришел водички попить, попался. Фокус. Снимаю на мобильник, поэтому вот так вот. Ну, на камеру еще хуже было бы видно. Видите, да? Товарищ идет прямым ходом в скиммер. Оп, все. И с той стороны куска только что какая-то попала. И вот все они, собственно, туда попадают. В общем, народ, за 70 гривен скиммер делается очень быстро. Минут за 15 я его сделал был. Просто учитывайте мои, скажем так, ошибки. Вот этот бугор, он не нужен. То есть вот так вот можно сделать. Видите, я его на изоленту прикрутил с внутренней стороны, а был у меня он с наружной. Сразу нужно убирать болты, потому что ржавеет. И сразу нужно сеточкой, поплавком вот так вот делать. Я делал на скорую руку. Лишь бы вот работал, лишь бы не с очком это все вылавливать. Смотрите, чистый бассейн, кристально чистая вода, никаких мошек, блошек, ничего. Вот так вот. Поэтому держите, народ, бассейны в чистоте, и все будет нормально. Ну, скиммер в этом вам очень сильно поможет. В принципе, как-то так. Если видос был полезен, ставим пальцы. Можно нажать кнопочку «Поделиться» и кинуть кому-то из знакомых, у кого есть бассейн, но нет скиммера. Делается это все за 15 минут, ну и порядка 70 гривен себестоимость будет. В принципе, как-то так. Давайте, пока-пока. Увидимся. Когда уровень воды меняется, видите, скиммер сам под уровень подстраивается. То есть он всплывает выше, ниже, верхняя часть. То есть мы сюда впятером залазим купаться, и он все так же работает. То есть верхняя часть просто поднимается чуть-чуть выше. Подстраивать его не нужно каждый раз. Все, счастливо.